Их тут, наверное, штук 20 сидит. Они горланят капец как. Катюха, привет! Там мангал еще я обнаружил. Катюха, работай, вон он слева пошел. Все, мы собрались, едем. Короче, вот так вот мы собираемся. Короче, вот немножко шмоток. Ща попрям. Тренер нас ждет. Да, держу, держу. Нормальная парочка идет, идет. Красиво пошли. Приедем на камере, посмотрим, эту голову вертеть неудобно. Мы свернули с трассы на втором свертке направо. У нас Двинск. Все, прям дальше. Вспомнил название. Так. Трассу. Так, вот она табличка. Это Новочановская. А давай-ка не туда еще, да? Сверимся по каким-нибудь. Так, вот, короче, мы их догоняем. На дорогу смотри. Да что я там не видел? Ты рули, блин. Я снимаю. Вон четверочка. Сверху лучше. О, вот мы и на базе. Слева вот озеро еще. А, тут еще, кстати, да? Ничего себе. Тут что-то вообще, короче. Столько охотников нет, сколько тут воды. Так, вот мы приехали возле вышки. Охотничий домик. Алексей уже зашел. Разбиваемся. Там мангал еще я обнаружил. О, ну это уже попозже. Здесь можно поспать. Ух ты, трофей еще висит. О, еще спальня. Мистер Хрюк. О, это профессор. О, еще спальня. Кабинка. О, как в лучших домах Парижа и Лондона. Ну, в общем, как-то так. Короче, где остановиться есть. Осталось искать, где охотиться. Ух ты. Если ты будешь хорошо стрелять, она ночью придет к тебе. Так, ладно, идем смотреть. Там где-то Алексей мангал нашел. Ой, Щебакин, привет. Привет. Ты охраняешь дом, да? Ты дом охраняешь. Молодец, хорошо охраняешь. Леша, где мангал? Нашел? Вон, в окне. А, в окне. А еще, оказывается, большая территория. О, тут можно даже кабанчика пожарить. Так, все, мы домик посмотрели. Сейчас поедем смотреть место охоты. И вот сразу в начале деревни, вот они. Прям за домами везде идет озеро. Здоровенное. Так, ну все, мы вот выезжаем в крайний домик. А вот оно пошло, прям. Озеро. Прям напротив. Ну, от базы метров 250. Тут сидит там, по-моему, на воде. Ладно. Короче, приехали. Идем место искать. Уток полно пролетело только что стайками. Ветрище дует. Завтра обещает минуса. Идем смотреть, где мы будем завтра сидеть. Все, Леха уже двух поднял, блин, из-под ног. О, полетели красавцы. Такая стела стоит. И вот оно все красиво. Сейчас мы здесь стояли. Аж два раза гусики пролетели. По паре. Ну, а мы сейчас едем на другое место. Точнее, мы сейчас едем в другое место. Нам надо взять путевки, взять подсадную. Ну и завтра на охоту. С
утреца. Точнее, ночью. Минут 10 надо уже там сидеть было, как. Что-то быстро как-то светает. Ох ты, кто-то уже шмаляет. Вовсю. Так, ладно. Вон, вон, крикаш пошел. А мы еще идем, блин. Ух ты, ёшкин кот. Ничего себе. Вот это, да? Вон еще летят стайка. Короче, мы что-то просрали, по-моему, чуть-чуть. Ну ничего, нам тут недалеко осталось. Смотри, 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 сколько их летает-то. Она, походу, вчера вся пришла. Как обычно, пока раздалбливал я лед, 3 или 4 двойки пролетели. Но это не страшно. Где? Вон слева идут. Над этой линией. Забри. Вот она пара, которая долетала. Я даже не пойму, где. И-то да, темновато. Вон два дирижабля летит спереди. Либо лебеди, либо гуси. За лэпом. Прямо. Махали так, вальяжно. Не, не чайки. Они же должны были ветром. Да чайки вон мотает их ветром. О, у нас надвигается что-то здоровое. И к белое. А, это лебедь. Где? Ну вот прямо. Лебедь. Ну. Это лебедь. Утки. А? Справа утки. Тихо. Думаешь, сядут сами? Да. Нет, туда пошли. Опа. На нас. На нас. Тихо. Слева гуси, блядь. Это что за экшен? Давай покрякаем. Видишь, садятся не туда. Угу. Давай покрякаем, блин. Давай покрякаем, тренер. Я. Слева. Опа. Че? Это гуси, по-моему. Да. Красавцы летят. Мы пришли за Катенькой. Нет, что там еще будет пчела видео? А, в этом. Оп. Не ловить? Сейчас, привет. Катюха, привет! Нам, как говорится, нужен только селезень. Его сейчас у нас Катюха и будет зазывать. Ой, орут со всех сторон. Кошмар, ничего себе у тебя пришло сколько. Режим тишины. Садим Катюху и охотимся. Отлично. Вода открыта вся. Уток я спугнул. Ёшкин кот. 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук спугнул. Надо орать меньше. Все. Мы на месте, аллилуйя. На 25 минут. Позже, чем хотелось бы. Но на месте. Ух ты, вот они две пошли. Прямо над головой. Походу сядут сейчас, но на круг пошли. Видите, о, вот это налет. Ну чё, Катюха, ты готова? Пошли охотиться. Ух ты, шипит на меня, ругается. Чё ты на меня ругаешься-то? Катюха, ну давай с той стороны выйдем, раз не хочешь с этой. Давай, иди сюда. Ой, не надо мне щипать только. Так, стопы. О, с грузики. Давай, Катюха. Ай, молодца. Давай.
Мойся, купайся. Ну и будем охотиться. Встаем и ждем селезня. Да, Катюха, он, кстати, один уже, по-моему, прет. Да? Слышь, смотри, уже покрякивает. Весна. Это чаечка. Селезень куда-то продрал. Катюха, блин, что-то я тебя далеко посадил. Ну куда ты поплыла, блин? Короче, сейчас постоим маленько, если что, то это. Веревку покороче, наверное, я сделаю. Что-то слишком длинное, наверное. Да нет, сразу сделаю. Так будет проще. Я думаю, далековато будет. Потому что Катюха хочет с нами вернуться домой. Целый и невредимый. И будет сказочно все. Давай сюда поближе ко мне. Вот так. Да просто тупо петельку завяжем. Все, это все сейчас утонет. Будет все хорошо. О! Все, Катюх, молодца. Давай. Работаем. О! Троечка пошла, красавцы. Посижу, посмотрю, если, допустим, ей надоест, то я ее просто в крадок вытащу, там, грубо говоря, посидит у меня полчасика. Ну и потом опять посажу. Ну, утка уже все, она как бы. Она уже нормально вся. Чистенькая, перышки у нее смазанные, поэтому никуда она у нас уже не утонет, ей вообще не в напряг. Ну, короче, она умеет все. Короче, профи. Ладно, все, идем, встаем, охотимся. Короче, это просто трешак. Я только, блин, не успел в скрадок залезть, еще патроны даже не достал. С одной стороны двойка, с другой стороны селезень. Это что-то с чем-то реально. Я такого осенью не видел. Такого количества утки, это жесть какой-то. Походу мы прям четко попали. Сегодня ночью температура ниже нуля не опускалась, и поэтому водичка вон вся чистая, только на лужах почему-то лед. Мы вчера ходили на вечер посмотреть, летает то нету. И вечером, ну вы сами сейчас увидите, сейчас я вставлю, вечером что творилось на болоте, это было просто капец. Это капец, это не наша подсадная. Это дикие утки. Вечерка. Их тут, наверное, штук 20 сидит. Они горланят капец как. О, услышали меня. Вон она. Четверочка идет. Четверочка, четверочка. Опа, и прям на меня. А я не заряженный. Ну, ничего страшного. Хрен их там разберешь, кто там из них самец. О! Катюха молодца. Катюха, что-то на тебя камера не фокусируется. Темно еще. Все, мы готовы. Ждем селезня. Как лед сейчас будет, я думаю, если такой же, как вот сейчас был, то я думаю, мы добудем все-таки на супчик парочку селезней. О, двоечка идет. Опа, сюда, сюда, сюда. Опа, присели. Насколько я знаю, обычно летит сзади самец. То есть селезень. О, еще один. О, вот это крикашек, крикашек, крикашек. Вот он. Вот он, самый-самый-самый селезень из всех селезней. Зеленая голова, красавец-то какой. Видно, надеюсь, его. Сейчас мы его попробуем взять. Есть! Наш! Все, наш селезень. Блин, пойду его сразу добирать, наверное. Забирать, точнее. А то он может и уйти. Короче, моя первая весна, когда была, я взял, блин, селезня. Было всего 3 налета, блин. Я взял селезня. Сейчас, короче, этого искать, и надо бежать быстрее. Где наш самец? Так. За жопка торчит. Мышка сдохла. Замерзла. Ладно. Бывает. О.
Петюха зовет кого-то вовсю уже. Блин, где наш селезень-то был? С краю, блин, шлепнулся. Зашибись, блин. Добычу, блин, нашел. Чучело чужое, блин. Я как бы вообще за селезнем пришел, а не за чучелами. С пером, блин, даже. Да, конечно, это охота, так бывает, но что-то очень неприятно. Вы сами видели, что упал, блин. Обидно, да нельзя. Облазил все просто, что можно. Взлетать вроде не взлетал оттуда никто, блин, капец. Так я его не нашел. Жесть, капец вообще. Попробую, не знаю, может еще, если в той стране кого-нибудь подобью, схожу еще, посмотрю, поищу. Сейчас охотиться закончим, схожу еще полазю обязательно. Ни хрена себе, вот это утья тут, это жесть. Давай, Катюх, Катюх, зови, 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 Катюха. Отделились несколько, может, сядут. Уже можно было, как минимум, блин, закоптить штук 5-6, если попал. Что-то сегодня не идет. Ладно, стоим, ждем. Может, все-таки попадать начну. Катюха, зови, я ничего не вижу. Если тебя прилетят дрючить, вот он. А, не, мимо пошли. Катюха, зови. Наверное, мамки полетели, орут тоже. Не, ну шанс есть, что они сейчас сядут. Опа, сюда, пошли. Ну, давай, Катюхи, на пати. Господи, ты что меня пугаешь, дирижабль? Чего, Катюха, это не твои, что ли, были? Гильза прилетела, блин. Соберем потом. Катюх, ты молодец, тебе бы охотника хорошего, чтоб попадал. Вообще цены б не было, блин, ты парень. Катюха, твой корефан. Даже двое. Катюха, разворачивай. Ух ты! О, вот и лебедь. Ты там Катюху не трогай, дирижабль. Вот это он здоровый, а? Да нафиг он тебе нужен, блин? Тебя заклюет. Ту-134, блин. Сейчас стоим. По краям летает периодически. Над нами пока никого, только чайки. Ничего, ждем. Короче, Катюха у нас заскучала что-то. Пойдем мы ее сейчас в скрадок сюда посадим, пусть отдохнет маленько. Ой, ты зая моя, ты решила здесь перышки почистить? Давай. Молодец. У тебя, короче, обед. Сейчас перышки почистит, пойдем дальше охотиться. Все, у тебя полчаса, готовься. Нет, идут сюда. Так, все, замер. Нет, увы. Катюха, все? Ты отработал на сегодня, что ли?